пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже. Хочешь сладких апельсинов, хочешь слух рассказов длинных, хочешь, я взорву все звезды, что мешают спать. Доброго времени суток, с вами Данил Рыжкин, и сегодня ровно 5 лет, как я начал вести свой видеоблог. Ведь начал я его вести 12 декабря 2012 года, хоть и до этого уже создал канал и выпускал сюда свои видеоклипы. И вот в этот юбилейный день я хочу задать вам вопрос, которым задавался уже долгое время. А чего же вы хотите? Чего хочет человечество? Чего хочешь именно ты, мой дорогой зритель? И вроде бы это очень простой вопрос, и на него нужно знать ответ. Но поняв общество, потому что я долго живу и анализирую его, я понимаю, что люди забывают про прописные истины, и им нужно об этом напоминать. И вот хотелось бы тебе сказать, что тебе нужно отбросить все свои дела, работу, учебу, друзей, знакомых, семью, любимых, погрузиться в себя, остаться один на один с собой и понять, чего ты по-настоящему хочешь. Проанализировать себя и расписать свое желание на долгосрочную или краткосрочную перспективу для того, чтобы достичь этого и получить удовлетворение. Да, это прописные истины, и да, это на поверхности, но, к сожалению, люди забывают об этом. И поэтому нужно им напоминать. И поэтому я сейчас это говорю. И, возможно, поэтому я веду этот видеоблог. Потому что я являюсь мизантропом. А для меня истинное предназначение мизантропа – это избавиться от мизантропии и полюбить людей. А полюбить людей можно только тогда, когда ты сделаешь их такими, что они начнут тебе нравиться. А если человек знает, что он хочет, он уже имеет интеллект, и он может понравиться. Ну а также в этом видео я хотел бы поздравить себя с тем, что все-таки 5 лет это юбилей, уху! Столько всего было сделано на ютубе, до сих пор в андеграунде, но здорово! И хочу поздравить вас, тех зрителей, которые с самого начала, которые присоединились ко мне вот только что и, возможно, даже после этого видео. Я вас всех люблю, вы моя любимая аудитория. И с вами мы замечательно, я думаю, проведем время в любом баре, посидим, у нас будет монолог, полилог, диалог, да что угодно, будем сидеть и философствовать. Поэтому всех с праздником! Ну а также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяя данное видео. Ну а с вами был, есть и будет всегда Данил Рыжкин. Самый субъективный бородач на всем ютубе, во всем интернете. Не будьте нормальными! Будьте рациональными! Всем спасибо! Всем дизлайк. И шоу продолжается. Да, это постскриптум, потому что было бы как-то неправильно закончить видео и самому не дать ответ на вопрос, чего же ты хочешь, а то бишь, чего же хочу я. А я хочу заниматься тем, чем сейчас занимаюсь, непосредственно стоя перед этой камерой и вещая в вас свои мысли, потому что это то, от чего я получаю огромнейшее удовлетворение. Ну и надеюсь, что вы также найдете себе такое ремесло, которое будет давать вам это удовлетворение. Все.